Архангельск. Более 1200 медицинских работников приняли участие в областном съезде врачей. Съезд открыл первый секретарь обкома партии Борис Вениаминович Попов. В канун съезда врачей в Архангельске вступила в строй новая поликлиника. Она оснащена современной медицинской аппаратурой. Министр здравоохранения СССР, академик Борис Васильевич Петровский, открыл новую поликлинику, самую крупную в городе. Делегатов съезда тепло встретили преподаватели и студенты Архангельского медицинского института. Из стен этого вуза вышло много замечательных врачей. Среди них лауреат Ленинской премии, хирург Амосов. Здоровье трудящихся является постоянной заботой Коммунистической партии и Советского государства. Об этом говорил академик Петровский в своем выступлении на съезде врачей Архангельской области.